почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Критик и историк искусства, автор множества книг и лекций, куратор международных выставок, авторитетный сотрудник Римского музея современного искусства Константина Дорацио своей книгой «История искусства в шести эмоциях» заставил читателей по-другому взглянуть на скульптуру и живопись Западной Европы. В 60-е годы 20 века американские ученые Пол Экман и Олис Фризен проводили межкультурные исследования с целью убедиться, действительно ли существуют эмоции, которые мужчины и женщины, представляющие различные национальности и культуры, выражают одинаковым образом во всем мире. Счастье, удивление, отвращение, гнев, страх и грусть. Вот эмоции, общие для всего человеческого рода, находящие свое выражение в одинаковых лицевых гримасах, выполняющихся с использованием одних и тех же 46 лицевых мышц. Но историк искусства Константина Дорацио решает выбрать доселе неизведанный путь. Он вместе с читателями отправляется в завораживающее путешествие от глубокой древности до наших дней, чтобы узнать, как в искусстве выражались так называемые промежуточные эмоции – желание, безумие, веселье, страдание, изумление, сомнение. Он рассматривает известные и малоизвестные полотна и скульптуры, пытаясь описать эмоции, изображенные в этих образах. Книга интригует, безусловно, интеллектуально-эстетически обогащает, заставляет задуматься и самому испытать не только эти шесть эмоций. Совсем неудивительно, что глава первая посвящена желанию. Здесь представлены любопытные произведения искусства, посвященные Сафо, гермафродиту, проблеме эротизма, истории преображение эмоций, безумие. Посвящена вторая глава. Есть тут и описание искусства Бамбачанти, это такой малыш Пузан, и Босха, и Рафаэля. Оказывается, труднее всего поддается описанию веселья, потому что художники бесконечно повторяют одни и те же выражения, те же движения губ, одинаковые позы, воспроизводящиеся за веком век. Несомненно, у всех вызовут улыбку пути эти пухлые и радостные малыши, появившиеся на отических черно-фигурных пинаксах. Такая доска, картина в VI веке до нашей эры. Что для меня стало открытием, так это творчество Лоренцо Лотта, «Оплакивание Христа» Никола дель Арко, «История Ахилла» и «Амазонки Пентисилеи» 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».